Здравствуйте! Этот субботний день не очень результативный, поэтому лучше отложить излишнюю суету и расслабиться. Пообщайтесь сегодня с друзьями, хотя бы по телефону. Погуляйте на свежем воздухе, сходите в кино, например. Еще эта суббота подходит для творческой реализации. Или соцсетей, тоже хороший день. Можно в удовольствие серфить в интернете. Хорошей субботы и расслабьтесь сегодня. Завтра очень задумчивый день. Будет немного не до этого. До встречи!